решил порыбачить, рыбешку с моста половить. Ни с кем, ни о чем не судачить, душой отдохнуть, покурить. Как только он леску закинул, его поплавок задрожал. Напряг он и руки, и спину, огромную щуку поймал. Вдруг рыба глазище открыла: проси, чего хочешь, мужик. Но гордый и честный Гаврила сказал: я просить не привык. В ответ щука жабры скривила и, сплюнув крючок изо рта, шепнула: дурак ты, Гаврил, и плюхнулась в воду с моста. Гаврила прострации полный, с бессмысленным взглядом стоял, глядел в набегавшие волны. В ушах щучий голос звучал. Я прошу обратить ваше внимание на очень существенное резюме. Ведь деньги и власть, как известно, когда загребущих рука, то всех бескорыстных и честных оставит она дурака. Теперь дальше история продолжается. Том приходит домой. Жена не перила Гаврилу, что счастье свое упустил. С такою моральною силой почти не осталось Гаврилу.